давай пока, ты чё? Ничего же, да? Я их сняла. Снимали тут гостиницу, гостевой дом. Вот кто целый день играет на трубе. Молодцы, они сами это придумали. Какая огромная. Смотрите, что делает этот мальчик. Мансур, скажи привет. С очками, молодец. Как он очки одел, смешно. Лян, помоги ему, пожалуйста. Фатима, вау, какая красавица крутая. А я? Ты тоже моя красавица, конечно. Яночка свои отдала Мансурику, очки он захотел. А у меня смотри, какая крутая. Расул, привет. Приветствую всех, всем салам алейкум. Сейчас расскажу, куда мы едем. Всем привет, друзья. Солнышко, я особо даже не вижу, что я снимаю. Мы едем в банк, опаздываем. У нас всегда так получается, пока детей оденешь. Сколько осталось минут, Расул? Даже не посмотрел. Доехать. Едем на Седина, 400, это где-то в центре. Ровно 3:30, 4 надо ехать. Нам надо быть за 10 минут до закрытия банка, вот. Я опухшая, не могу себя показать свои глазки не могу. До 4 утра не спали. Мансур у нас капризничал. Вот, даже Расул сказал, что у меня глаза опухшие. Мансур просыпается ночью в 5 часов. Да. Купили две машины похожих, разных цветов. Такой радостный, во сне даже просыпается, мне машины показывает. Он очень любит машины, и Фатима также. Я тоже Они люблю. Дерутся за машинки. Ну, Расул-то это вообще фанат всех машин. Покажу вам погоду. Погода у нас солнечная, смотрите. Ладно, покажу себя. Вот такая я красотка. Ты решила себя показать, да, красавица? Смотрите, мы проезжаем по Пашковской улице и вспомнили, что здесь мы в первый раз, когда приехали в Краснодар, снимали тут гостиницу. Гостевой дом Ардо называется. Номера очень классные, я помню, да, нам понравилось рядом. Все. И здесь центр же, да? Да, в центре. И сколько мы искали, я помню, чтобы свободное место было, да. Вот, кто хочет переехать в Краснодар, нет места остановиться, можно тут. Нам понравилось, не знаю. Почему мы не успели? Потому что банк, оказывается, переехал. Представляете? С Седина на Северную улицу. Где-то на 5 минут я не успела. Ну что, понедельник, поедем спокойно. Угу. Поедем в понедельник. Мама. Красная же тоже, да, закрыта, по-моему. Да, да, вот. Угу. Все люди гуляют. Смотрите, вот молодая пара женятся. Красивые такие. Ничего же, да, все их сняла. Сними, они радостные будут, сними. Да, мельком сняла, ничего. Вот отсюда чисто. Фотосессия там. Машина. Смотрите, как красиво вообще. Пара красивая была. Друзья, мы приехали в парк городской. Да, это парк называется? Или как, Расул? Центральный? Что они нашли, дети? Жука нашли! Опять жука нашли, да? Жук. Вау! Опять убил. Нельзя, Мансурик, нельзя, солнышко, нельзя. Сейчас пойдем на фонтан. Березка растет. Давай, идемте на фонтан. У нас еще зеленая травка, зеленые листья. Осенью не пахнет. Давай, вставай, Мансур, пошли. Сегодня суббота, все гуляют, народу много. Пойдемте, там лошадки еще папа говорит. Пойдем, Мансю. По травке не надо ходить, давайте по тротуару. Не надо, солнышко. Она же красиво растет, видишь? Давайте, побежали к
фонтану. Давайте побежали к фонтану. Фатим, беги, беги. К фонтану. Хоть прогуляемся, чем домой ехать. Детям интересно. Погода тоже хорошая. А где эта музыка? Смотрите, какие лошадки красивые стоят. Я поближе покажу. Я обожаю этот фонтан. Он очень красивый. Очень. Где? А, вон шарик, да. Да, пойдем посмотрим. Девочки. Будешь кататься, не боишься? Нет. Зато я боюсь, Расул. А вдруг она сильно поскачет, и они как-то это упадут. Ну, не знаю. Посмотрим. Я держаться буду. Да, ты держаться будешь? Да, посмотрим. Насю. Мансур, это что? Нет, это чай. Фонтан, скажи. Фонтан. Что там? Скажи, фонтан. Фонтан. Пойдем к папе, идем к папе? Пойдем спросим, сколько пони стоит. Вон папа договаривается. Когда я вырасту, тогда ага. Не меня будет. Да, погладь, да? Я боюсь чуть-чуть. Лиана захотела покататься на лошадке, на пони. У нас Лиана доверяет папе. Поехали! Лиан, нравится тебе? Классно, да? Какая огромная. Понравилось? Ну, потом еще в следующий раз, хорошо? Фатима, ты хочешь на лошадке покататься? Нет. Почему, солнышко? Мне страшно. Страшно? Ну, ладно, подрастешь, покатаешься. Сейчас будем машинку искать, тебя покатаем, ладно? Я быстро. Что-то мы не видим машинки, обычно они были. Мамочка. Я быстро привыкла, прям быстро. Да? Тебе понравилось? Да? Да.
Пойдем покушаем, да, что-нибудь? Может, пиццу закажем? Или коктейль. Сейчас пойдем. Давай. Молодцы, акробатки мои. Ой, Мансур с танцами идет. Мамин красавчик. Надо ему уже стрижку сделать. Уже волосики выросли так быстро. Мы сейчас пойдем вон туда. Там находится Дар Пицца. Очень мы любим это место. Там вкусно готовят. Переходим. Мне так нравится это место. А здесь квас уже убрали. Таманский. Доберман. Можно взять в аренду электрические самокаты, покататься. Мазур, это не Нет, это для взрослых. Это для больших. Красивое кафе. Может, здесь посидим? Взяла меню, сейчас будем выбирать пиццу. Пицца карбонара, юбилейная, много мяса. Я, наверное, выберу с курицей более детям. А, солнышко? Вот такой. Покажи, солнышко. Посетим. Вау, это что? Это шишечка, да, такая маленькая? Покажи. И маленький цветочек. Диана себе уже друзей нашла. Играются. Фатима тут. Фатим, иди тоже поиграй. Расул пошел руки мыть. А я хочу еще на десертик что-нибудь заказать. Трайфл, клубника и сливки. Лимончик полезный. Так, не знаю даже. А это травочка. Вот такие вот цены, девочки, в Краснодаре. Девочки, друзья. Взяла десертики, коктейль малиновый, птичье молоко. Это детям. Мне. И тортик, как-то он называется, тоже мне. Вкусный. Название такое сложное. И пицца будет. Мансур сок хочет, он холодный. Может, водичку ему пока? Потом пиццу покушает. Девочки, кушайте. Может, сначала пиццу, девочки? Пиццу. Девочки сначала захотели десертик. Дайте маме попробовать. Чуть-чуть дай попробовать. Вот, держи. Мне не жалко, здесь еще много. Ой, спасибо, солнышко, спасибо. Вот, держи. Ой, ну ладно, вот так можно. Ничего, ничего, давай, это моя тарелочка будет. Да, вот такая вот. Здесь у меня есть ложечка. Очень вкусно. Ой, вот это. Ой, шоколадчик. Оттуда не бери уже. Фатим, оставь. Возьми новую ложку. Диана. На, возьми мамину ложечку. Мама только попробовала. Аккуратненько кушайте. Он не холодный, наоборот. Ага. Здесь все аккуратненько, в пленочке. Попробую. Мне неудобно вот с камеры. Чуть-чуть попробую. Объедение. Очень вкусный. С орешками. Мансур сок вот захотел. Он не холодный? Он не холодный, я взял специально. Угу. Подожди. Сразу видно, что я не выспалась, я опухшая вообще. Мансур тортик кушает, мой десерт. Покажи, как ты кушаешь, Мансур. Покажи. Смотри, он играется. Балуется, играется. Ну давай, покажи, солнышко, покажи. Покажи свои ямочки. Зубки покажи. Зубки. Где зубки? Ой, молодец. И ямочка. Как у папы. Раз, два, три. Какие чумазые уже. Молодцы. Они сами это придумали. Представляете?
Сами придумывают, себя развлекают. Ку-ку, да? Я не ку-ку. Давайте, кушайте. Ляна, здесь какие циферки, посмотри. 8 и 7. Молодец. Правильно ты сказал, 8 и 7. Да. У нас цифра 87. Здесь в этой пиццерии самообслуживание. Озвучивают номер, когда уже готова пицца, и ты идешь забираешь. Вот. Мы сейчас ждем. Голодные. Дети-то уже наелись, по-моему, даже пиццу не будут. Я хочу пиццу. Хочешь? Хорошо. Я. Посмотри на собачку. Что? Красивая собачка, белая. Не будешь смотреть? Да, все. А, он снять хочет, наверное, снять. Не надо. Хочешь угостить собачку? Возьми. Возьми. Давай, давай, давай. Иди давай. Не бойся, дай. А, он боится. Маленький боится. Кушай, дай, кушай. Все, все, дай, кинь, кинь, просто кинь, кинь. Давай, кидай. Вот молодец. Ты накормил, видишь, собачку красивую. Девочки, беленькая собачка. А как называется порода? Это Джек Рассел. Джек Рассел? Как маска. Да, да, да. Просто у них пятна же бывают коричневые. Наша пицца остывает, пока мы с собачкой играли, кормили. Я просто боюсь, если я положу руку, все, она собака меня укусит. Нет, она ручная. Не, она чистая собака. Но они боятся все равно. Угу. Я не боюсь. Пицца объедение. Маргариту заказала я. Мы идем довольны. Домой, наверное, еще на фонтан зайдем. И все. Машин нету, так хорошо. Свободно передвигаемся. Что-то не горят вот эти вот сверху кругляшки. Они тоже горели. Шпиц. Что-то я захотела кошечку. Не знаю, посмотрим. Вот кто целый день играет на трубе. Такая успокаивающая вообще. Расул, дай денежку. Смотрите, фонтан загорелся. Можно еще раз, теперь я покатаюсь. Нет, все уже, Лян. Ты уже один раз каталась. Вот машинки, смотрите, как он горит. Обожаю я этот фонтан. Не знаю, из всех фонтанов в Краснодаре мне он нравится. Это сквер Жукова. Мы сейчас едем домой уже, чуть-чуть постоим возле фонтана. Всем пока-пока, да, говорим? Да, пока. Пока? Супер. Я говорю пока. Какое пока? Ты что? Ну, мы уже закругляемся, влог заканчивается. К сожалению. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Фатима нашла машину, сейчас она хочет покататься вместе с Мансуриком. Так, какую выбираешь? Полицейская? Какая крутая, да? Смотри, вот это тоже, а это на одного рассчитано, да, только? Да, все на одного.
Фатима у нас поехала. Ей так нравится, что она светится. А Мансур будет на этой кататься. Подожди, Мансик. Фатима закончит кататься, потом ты. Пока посиди. Если так можно. Дети не могут остановиться, поехали на другой машине. Я не знаю, когда мы до дома доберемся.